Черт. Мы свет включили. А можно к вам? Танечка, ты там? Привет. Привет. Здесь мы выключаем телефон в автотранспорте. В автотранспорте просят телефон выключайте. А какой закон? Я вам говорю, что надо убирать телефон. Вот. Сумочку убирайте. Диктофон включи. Им тоже убирай. Что там сзади? А что я не вижу. Вот там я вижу. Вот когда он снимает. Включай диктофон, Тань. Ага. Включим печку. Диктофон включу сейчас. Имеем право. Черт, контент пошел. Ну вот, а я в комментариях писал, что если я приеду, все будет спокойно. Убрали телефоны? Убрали, убрали. Пожалуйста, будьте так любезны. Убрали. Не надо мне дурака делать. Закрывайте сумку. Закрывай полностью сумку. Сумку полностью. Вы же сказали убрать телефон. Полностью. Закрывайте полностью. Вы там что? Все оставили? Ребенку, нет, почему я закрыла? У меня все вот оно, что не открывается дальше. Ну молодец. Вы тоже закрыли? Да. Убрали? Да. Где лежит? Все. Где, в каком месте? В кармане. Закрывай сумку. Закрыто. Ой, чьи-то волосы. Кому-то, похоже, вырвали. Женские. Может, голубь сорвется со стрима. Можно поинтересоваться, в какой мы отдел едем? Третий отдел полиции. Чугунова, 3, Ленинского района. Третий, да? Спасибо. А что там где-то вам включили, это уж ваша проблема. Этим нас не напугаешь. Серега Шукин. Мы что тут делаем? Ты почему раньше не ушел? Ой, я башку выстучусь. Как тут неудобно сидеть. Третий отдел полиции, поехали. Вот так вот. Полиция вообще не представляется. Просишь их представиться, они задерживают. Да. Обалдеть, я вообще в шоке. Телефоны опера отдадим, они их сломают и телефон прям с вами потом останавливать. За незаконную съемку сотрудников полиции. Без разрешения. От пресс-службы ГУВД. Кстати, да, по городу Нижнему Новгороду и области. Знаете, какой закон? Ваша деятельность публичная, открытая. Статья 8 закона полиция. А никого не волнует. Если сотрудник полиции говорит, что вы, да, можете снять, но в интернет выкладывать я вам не разрешаю. Если вы выкладываете, это уголовное наказание. Поняли? Слышите? Мы поняли. Если ваши видео в интернете будут просвечиваться, да. Меняйте на себя. Вы должны свои выкладывать в интернет. Я вам разрешаю. Если вы выкладываете, это уголовное наказание. Так что думайте. Тань, да не снимай ничего. Включи диктофон, заблокируй, все. А снимать, да? Для себя. Снимать для себя. А если выложите в интернете, снимайте на себя. Мы вас предупредили. На этом вы лайки не заработаете, заработаете только уголовную статью. Вон, обучение пошли. Им сказали, это, рюкзак, телефон убрать, они не увидят сообщение. У них есть, короче, допустим, был бы, как у меня, браслет, они хотя бы могли бы что-нибудь прочитать. Смотри, тут винтик, это. Окно на винтиках. Можно раскрутить. Да, ребят, тут ясно. Тут вот, да, тут не спорю, тут клепки. Везде все клепанное. Да еще герметиком, смотри, герметиком промазали. Ну, давай снимать обзор на УАЗ Патриот. Здесь у нас находится в кабину. Деревянное кресло, внизу ведро. Ой, ведро. Тут какая-то лампочка есть. Сейчас тоже. Даже с проводами, смотри. Решетка. Здесь очень тесно, мы вот здесь чем-то есть. Стенка измазана. Очень похоже на кровь. Очень похоже, видишь? Такой красноватый. Ужас. Здесь какие-то, смотри, то ли жир потек, то ли еще чего. Ржавчина, он весь ржавеет. Ребят, напишите в комментариях, кто катался в таких машинах. Не знаю, что будет. А что будет? Моя голова, черт, как тут низко. Долго мы в третий отдел едем. Вот так вот, ребят, что бывает, если съесть товар, не оплатив. И мы поэтому никому не советуем это делать, потому что вас могут увезти в полицию. Мы не боимся. Я думаю, нам ничего за это не будет, как всегда. Как ты думаешь, Серег? Полиция же ничего не делает. Записывай. Примудрово 10, корпус. Заявление хулиганства пьяной матери. КСП 220. Ну, тоже сейчас право окончать будет. Да. Вот этих правокачальщиков, знаете, сколько? Полный. Когда служил в армии в Германии,
там были узбеки, таджики, киргизы, прочие Советский Союз. Вот. Они с почкой. Ух, какие деловые, какие борзые. Поодиночке из себя ничего не представляют. Как язык засует, он об одном месте и все. Я не причем. А когда человек 3-4, они герои. Вас куда привезли-то вообще? Где мы сейчас? В лес? Да. Че? Я вижу, в общем, справа кладбище, а слева деревья. Ты чё, прикалываешься? Серьезно. Круто! Так что вам говорю, молодые люди, пока не поздно, удаляйте. Вот справа есть человек. Магазины. Просрочен товар, не просрочен товар. А у вас есть право в магазин ходить? А? За... У вас право в магазин за продуктами ходить есть? Есть. Ну, а почему тогда у нас нет? Да, он не говорил, проверять. Ну, а вы пришли в магазин, нашли... Как купить товар. Не, ну да, они же пришли, они же не предъявляли ничего до продавца. У нас все записано, предъявляли. А? У нас все записано. А, вы предъявляли? Да. А у вас документы есть на это? Они не нужны. Не, копать это, нужны. Ну, вы нашли пустить... просроченный товар, вы его принесли. Вам нужен документ, чтобы его предъявить, или как? Нет. Я смотрите, если бы вы купили... Купили. А потом принесли. Купили. А потом принесли. А потом принесли. Ваня, вам должны заменить. Чем нас обвиняют у вас? Если вы хотите заявление? Доказать их, тогда вы это должны, да, уже жаловаться. Заявление написано от нас. Вот. Но да. Сами вы не можете там жаловаться. Александр приезжал на какой-то там без формы гражданин. И... Ну, ему написали заявление. Он должен передать его в Роспотребнадзор. Ну, все. Это вы должны передать. Либо вы сами туда это можете. Это полиция передает, а не нет, это вы должны передать. Мы можем написать заявление, а его уже передадут. Полиция этим не занимается. Полиция принимает заявление от людей. Ну, заявление по факту продажи продавцов. В каждом магазине есть объявление контролирующих органов. Роспотребнадзор, это самое, там, санэпинстанции, там, или что. Вы должны были позвонить по этому телефону. Или написать заявление. Мы я отнесу, я отнесу туда. И туда отнести. Это организация, где они находятся. И они, исходя из этого заявления, ваше заявление, выезжают туда проверкой. Вот и все. Ну и заявление в полицию они тоже выезжают с проверкой. Полиция не занимается этой проверкой. Полиция передает заявление. Проверки проводят уже. Ой, со заявлением мы туда тоже не передаем. Вы вроде недавно школу закончили, да? 18 лет вам уже есть. 11 классов закончили, наверное, да? Вместо того, чтобы ерундой заниматься, блин, учились подошли где-нибудь, не сюда. В воскресенье никто не учится. Где-нибудь. Мигалки включили. Выключили. Да, силком за руки взяли. Так, все, они выходят, мы сейчас будем уходить, придется в трубку класть. Диктофон включаем. Рыцарь? Да. Проверь, диктофон записывает. Да. О, темнота. Надеюсь, у нас камеру не отберут. Опять снимаете? Да, вам говорю еще раз. Если выложите, если выложите в интернет, если выложите в интернет, то у нас такое статью. Незнание закона это не от нас освобождает. Но вы говорите, что будет ответственность, вот назовите статью. Я вам говорю, да. Если вам интересно, зайдете в интернет. И мне это видео, я сам был. Да. Все. Главное, статью заработать тебе еще. Дышать есть чем. Пойдемте, уважаемые. Пойдем куда? Вас предупреждаю, там как снимать нельзя. Потому что. Хорошее основание. Да. Потому что. Ну ладно, узнаете сами. Я вам так говорю. Нам сказали, что нас обратно доставят. Куда вы вместе? Ну вот, да. А теперь объясню вам честно. Все ваши противоправные действия и все ваши разговоры записаны на камеру. Видите? А ну, где написано в законе? В каком-то законе написано что о том, что... Посмотрите. Запрещено. Давайте я заплачу, ну, сколько штрафов вы говорите. Снимать хотите. Вы говорите, что запрещено. Вы, скорее всего... Вы сейчас уже ссылаете на дачу взятки. Нет, я тебе могу как штраф платить. Как? Вы сейчас как? Давайте я вам... Я спрашиваю, что за это будет? Ничто не будет. Просто я вам объясняю, говорю, что владелец полиции видит... Я вам думал, у тебя не сбил. Ну хорошо, а какие претензии? У вас поступило заявление. Заявление, у вас по заявлению достаточно. Сейчас скажу заявление, я вам покажу. Там написано заявление, объяснение. А на кого? Вы всех хорошо слышите? На всех, на вас. На группу лиц. Просто написали. Так группа лиц это количество человек от двух. Групповых что ли? На вас что? У вас больше двух.
Вас всех опросят. Вас объяснение возьмут. Хорошо. Так могли там взять. Мы что, бегали? Туда к участковому пойдете. Я не могу же с вас объяснение взять. Там участковый опять будет находиться. Объяснять ему. Мы же не можем, мы же это, мы же Росгвардия, мы не можем. К вам подъехала помощь, полиция. Они могли с нас взять объяснение там, на месте. Почему нас насильно схватили, засунули в машину и повезли сюда, если могли там это сделать? Нет, смотрите, какая ситуация. Заявка поступила нам, наша задача какая приехать? Приехать, выяснить ситуацию, что произошло. Разобраться в ситуации. Да, разобраться в ситуации, принять заявление, это объяснение. Если там в магазине где-то происходит, все документы и доставляем в отдел. Здесь в отделе мы вас это передаем данные сотруднику, данному сотруднику. Там участковый у вас берет это объяснение с каждого. Снимали, а если 9 человек не дадут объяснение дальше? Ну, ничего не дальше. Нас отпустят. Дальше будем решать, что. Или за решетку. Разберемся, что вы переживаете. А нас обратно доставят? Конечно, доставят. На поезде. Хотите? Мы не такси, в обязанности не прописано, что вас обратно доставляют. Дайте хоть денег на обратный проезд. Если мы забрали, если мы не убедились, то, что вы сделали, мы доставим обратно. Мужики, если по-человечески, да, вы ведете себя как нехорошие люди. Приходите, хамите, громите весь магазин. Громим? Да я посмотрел видео. Там бабушка на вас чуть в обморок не упала из-за вас. Она на нас первая налетела с криками. Не налетела. Я видел, что вы все забирали. Просроченные, которым дети просто могут отравиться. А зачем вы ели? Проснуться, это нормально? Вы объясните мне, вы зачем это ели? А что мы нарушили? Что мы ели? Что нарушили? Вы нарушили. Вы неадекватные люди. Вы мелкое хищение совершили. Вы съели товар. Там я все этикетки видел. Еще один момент. Говорить, что не и этим нет, должен заниматься Роспотребнадзор, но никак не вы. Вы как общественный контроль. Да, выявили, да. Вот вы вызвали, не ешьте, главное, вот вызвали. Вот этикетка, вот товар, блядь. Пускай они наказывают своими правами. У них на это и шансы, то есть больше шансов, и обязанность в этом входе. У них есть Роспотребнадзор, парни. Так они не работают. Мы были очень голодны, мы решили его сначала съесть, а потом хотели оплатить. Но у нас его охранник изъял. Да, как это изъял теперь? А я вот не знаю, взял пакет и просто в него сложил. Клизму, что ли, он вам делал, я не пойму. То, что вы съели. Ну так о чем же вы говорите? Он забрал нас с упаковки и ушел. Не-не-не. Вы с упаковки где забрали? За столами. За столом мы сидели. Не на улице? Нет, за каким столом? Я видео посмотрел, вас на парковке забирали. Нет, чего? Чего? Не понял. У нас парковка. Мы не выходили с этим товаром. Там у них есть специально отведенная зона на территории магазина для приема пищи. Вот мы там сидели, ели. Подошел охранник с пакетом. И все, что мы ели... Поели, главное. Вот мы оставим пока. Давайте чину создадим пока. Тише, ты говоришь. Че, погнали нахуй на выход? Как вот показывать сотруднику? Вот смотрите, мы выходили. Вот смотрите, мы выходили. Вот момент, где мы выходили. Сначала. Вы тоже ругаетесь. Вы сейчас будете показывать. Заказ. Заказ. Вот сейчас, смотрите дальше. Смотрите. Сейчас будет видео до приезда вас на парковке. Вот, видели только что общий обзор? У нас ничего не было с собой. Ждем участкового. Сейчас приедем. Приходите к нам, устраивайтесь на работу. Привод уже есть фамилия. Привод сюда. Ну к нам-то можно. В Росгвардию? В Росгвардию. В Росгвардию всех подряд берут? Да. Девушек тоже? Норм. Девушек позвоню. Подумайте. Сейчас водителей вообще не хватает. Заявление кто поступило? Начальника СВ. Под безопасность. Должны быть опрошены на 3 часа задержаны. Вот сейчас разберемся, объяснение с вас возьмем и все поедем домой. Просто вас очень много. Это они просто написали, мелкие хищения. Чего ты не понимаешь, что это, блин? Ну, у нас есть доказательства, как охранник подходит и забирает товар, не в этом оплатить его. Это что, я сказал, мелкие хищения, значит, тебя в клетку и сажать, что ли, надо? Ты маленькой головой. Ну, нас тут в клетку посадили, увезли. Покурить можно? А в туалет? Ну, что вы начинаете? Мы, вообще-то, не в детском садике. Туалет, курить, и чё? Вот и чё? Я знаю, сколько просрочек. И чё? Значит, они служат туалет закрытый. Да. У них свой туалет здесь. А где можно туда прямо здесь придёт? Вон есть там. Вот прямо здесь. Короче, иди УАЗику, там УАЗик и ведро есть. Там ведро, да. Вы вроде взрослые люди, всем по 20 лет. Мы не садики тут, мы не няньки вам. Я просто спросил, где туалет. Вы задержанные? Задержанные. Поэтому у вас есть права там? Клади под себя. Права задержанных знаете?
На что имеют задержанные право? Ни на что. А? Ни на что. Права задержанные. Так их должны зачитывать. Обязанности. И должны при задержании зачитать. Да. Да, нам не зачитали ничего. Нас вы просто не слышали, как это так говорить, почему. Ну как это? Я вот на видео... Меня просто посадили в УАЗ и закрыли, все. Ничего не зачитали. Вам зачитывали права, не врите. Когда? Нет. А если у меня все записано и там не будет этого? Нет. То что? Ну, вы говорите, нам зачитали. Ну. Я вот спрашиваю, а если у меня все записано, говорю, и там ничего зачитали. Нету? А вы говорите, и так, и чё? И чё? Ну вот я и спрашиваю, и что будет тому полицейскому, который меня задержал, и зачитал мои права и обязанности, что ему будет? И чё? Ничего не будет. Кто курить пойдет? Я. Всё. Мы сразу не будем вместе. Два их я возьму, троих. Можно я себе брать? Два патруля, больше не правда. Пойдёмте, походим. Туалет, там туалет, я думаю, вам не понравится. Туалет там, где вот задержанные сидят там. Алкаши вот эти пьяницы. Пойдемте, там с вами хотят представители вашей организации там, и кто там пообщаться. Они, ну, думают, давайте вас... кто-нибудь один, наверное. Давайте. Ну вот, как он встал. Я пойдем, пришел. А в следующей серии вы увидите нашего представителя, который сможет вывести всех нас в фойе отдела полиции. О, всех ребят упускаем. Здрасте. Привет. А также мы поможем росгвардейцу подписаться на нас в Инстаграме. Умеете пользоваться телефоном? Можешь помочь? Прямую покажу, как включить. Инстаграм есть у вас? Нет. Давайте по-быстренько зарегистрируем, что? Давайте. Давай, показывай. Что там? Также, ребята, напишите под этим видео комментарий, а именно из какого вы города. Мы выберем комментарий и приедем к вам. Пишите, я из Перми, я из Ростова, и мы почистим ваш город от просрочки, а также встретимся с подписчиками для совместного рейда. Подписывайся на наш канал, обязательно поставь лайк под видео, тебе не трудно, нам приятно, и нажми колокольчик, чтобы смотреть ролик первым. Всем пока!